Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем с вами играть Space Rogalic Adventure. Давайте продолжать смотреть, что же у нас сегодня выйдет. Итак, мы себе приобрели вот такой меч. А что мы еще можем? Давайте в Октошопе посмотрим, что мы еще можем за 600 монеток приобрести. Ну, явно... Так, костюм какой-то? Серьезно? Так. Ну, у нас типа новый костюм. А, блин, мы оружие могли новое купить! Мы могли, ну, так, еще вот какой-то супер костюм мы приобрели. Ну, слушайте, вполне неплохо. Немножечко преобразились, и давайте посмотрим, куда мы сегодня сможем с вами продвинуться. Так, 17 уровень, 20, вот, на 20 мы переходим до 23. Нам на 3 уровня пройти, чтобы добраться до босса. Не знаю, получится это или нет. Да пошел ты нахрен. Вот так вот. Будет еще мне тут мешать. Так, карта. Опа, так, тут джедай у нас. Ага, размечтался. Блин, он еще блок ставит, прикиньте. А я спущусь. Не ожидал. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй. Так, все эти штучки надо собирать. На них я покупаю себе разные ништяки. Так, где-то надо искать секретный проход. Ух ты, блин, тут ракетница стоит. Блин, и прям попал под эту штуку. Окей, ладненько, давайте тогда с этой стороны сначала посмотрим, что есть. Так, собираем все. Ах ты, блин, прикиньте, попал по мне. Как он, гаденыш, умудрился-то так? Давайте, раз, два, три. Три выстрела. Блин, там еще какая-то падла стреляет. Блин, тут становится сложнее. У меня жизни очень мало. Да блин, не в тему ты крутишься, чувак. Ай, блин, упал. Ладно. Мы до тебя еще доберемся. Подожди, так, цветок. Цветок замочили. Тут что-то внизу у нас еще есть, да? Так, пушку уничтожили. А, блин, вот. О, этот хрен бегает. Его можно мочить отсюда. Давай, я не буду к тебе подходить. Этот хрен, блин, очень сильно бьет, а у меня жизнь-то осталась хрен да ни хрена. О, отличненько. Блин, ну пушек тут, конечно, нахреначили очень много. Раз, два, три. Отлично. Ага, и мы сюда опять вернулись. А где ж тут скрытый проход-то? Где-то тут спрятан скрытый проход. Нам бы надо его по-хорошему... Ага. Не успел. Не успел лошара даже ударить меня. Так, собираем, собираем, собираем. Всю хрень собираем. Куда улетел так далеко? Не надо так далеко улетать. Так, чип нашли. Чип мы нашли. И получается все. Можем валить с этого уровня. Блин, только секретный проход я не нашел. А он тут... Блин, давайте карту посмотрим. Где он тут может быть? А хрен его знает, где он тут может быть. Мы все просмотрели, но... Что-то у меня такое ощущение, что его тут якобы нету. Но он вроде как... Слушайте, он вроде как на всех уровнях-то есть. Не может такого быть, чтобы тут нигде не было секретного прохода. Странно, дайте-ка я еще быстренько проверю все. Блин, прикиньте, реально нету. Нету? Охренеть. Такой разве может быть, что на уровне нету типа секретного прохода? Ай, блин, ни хрена себе я упал.
Да блин, еще на этого хрена упал. Вот вообще не в тему, блин, у меня 21 жизнь осталось. А сердечки-то будут давать сегодня? Или как? Так, раскрутился он. Эй, блин. Ладно. Так, тут нету секретного прохода. Ага, размечтался. Пошел нахрен. Так, пушка. Эх, так, аккуратненько. Тут надо прям... Так, там тоже прохода не было. Странно, блин, что-то проходов секретных нигде нету. Вот как его? Вот так, что ли, типа, только? Так, там... Ладно, того типа пока не... А, стоп. А у нас, кстати, вот тут может быть проход. И, опа, нет. Тут его нету. Отлично. Отлично. Давайте карту глянем. Ну, в принципе, блин. Ну, блин, меня смущает то, что тут нету ни хрена, прикиньте. Уже как второй уровень, нету секретного прохода. Блин, у меня 21 сердечко всего осталось, ребят. Я что-то не совсем уверен, что смогу сейчас пройти. Ага, зашибись. Там уже сразу мины летят. Тут крутящийся этот хрен. Ай, блин! Прикиньте, цепанул меня. Так, надо как-то по-другому. Блин, ну тут пипец какая-то жесть вообще. Хоть бы, блин, сердечко где-нибудь дали. Вообще нету ни хрена жизней. Как мне тут выживать-то, алло? Это все очень круто. Так. Ай, да ты охренел, что ли? Да, все, у меня два сердечка осталось. Но тут я уже трупешник однозначный. Блин, а этот с рогом хрен. А, видите, как его надо. А, блин, вот так вот. Черт. Блин, и мы опять тут начинаем. И что я могу купить за 200 монет? О, какие-то часики купил. Ладно, погнали. Еще раз, блин, опять три уровня проходить. Блин, ну это нечестно, что по три... Ай, блин, я не туда нажал! Я не туда нажал! Какой 17 уровень? В хаб возвращаемся, конечно. Охренеть, блин, с 17 уровня я явно проходить не буду. Так, 20-й, блин. Ну, чуть-чуть не хватило. Не, ну тот уровень прям был вообще очень жестко сложный. Так, блин, тут еще же прикол в том, что уровни все время разные. Опа, а смотрите, а тут секретик. То есть у нас какие-то уровни с секретом, а какие-то без секретов. То есть вот так вот даже бывает, прикиньте. Что прикольно, что все уровни всегда рандомные. Так, ну явно по два секрета у нас не будет тут.
Эх. Да, прыгнул. Так, нам надо, короче, найти с вами чё? На дискету. Эти, блин, улетело. И опа. Эх, блин, а я тут не допрыгну. Так. Блин, надо по-хорошему все собирать. Чем больше мы этих штучек собираем, тем больше у нас с вами прокачки будет. Так, сейчас, подожди. Так, как тебе? Понравилось? Так, ага. С той стороны где-то надо проходить. Чтоб секретку открыть. Окей, ладно. Тут мы, получается, прошли. Так, теперь нам надо куда-то вниз. Вот куда-то вот сюда надо пробежать теперь. Так, подождите, а как мне туда попасть-то? Интересно. Ага, обломился. Хрен, блин. Опа, блин, ну у меня прыжки, кстати, нормальные стали. Прям очень бодренько. Ха, не ожидал. Я как ниндзя сюда залетел. Бонзай. Так, дискетку нашел. И, блин, а где? Я не нашел это самое. Кольцо, в которое мне заходить надо. Кстати говоря, как мне? Куда идти-то? Что-то я и тут проходов-то больше не ощущаю. Куда-то... Вот как мне туда-то проникнуть? Алло, где кольцо? Где проход-то? Тут типа его нет, что ли? Ай, блин. Хрен моржовый, блин. Вот и кольцо. Давайте уже замочим. И вот тут... Ай, оу-оу-оу-оу. Это чё тут за нахрен происходит? Да ну вас в жопу. Я лучше в колечко пойду. У меня жизни опять осталось. Хрен да ни хрена. Ради какого-то... Блин. Ради какого-то сундука там, блин, еще бодаться. Нахрен он нужен? Мне, блин, хотя бы пройти. Три уровня. Так, давайте посмотрим карту. Ага. Ай, блин! Ну, классно! Классно, неожиданно. И пошел. Опа, есть. Вот какие-то камушки я взял. Чё они дают, не помню. Абсолютно не помню. Так, быстренько все собираю. Ай, блин, да что такое-то, блин, что-то у меня с прыжками сегодня. Прям беда какая-то. Так, 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 ты только меня не цепани, одноглазый друг. Блин, вот цепляют они меня. Вот с этими единорогами, конечно, тяжелее. Короче, там надо прям такой момент подловить. Опа, дискетка. Вот она где.
Так, дискетку взял, все. Просто ищем гребаный круг. И валим отсюда. Так, мочим джедая. Он почти хотел меня ударить, но не успел. Это хорошо. Так, мне такое ощущение, что тут будет... какая-то где-то подстава. Наподобие ракетницы. Нету? Ух, нету. Так, ну я надеюсь, третий сейчас не сильно жесткий будет у меня, потому что жизнь... Да, конечно. Зашибись, вот я так и знал. И сразу прям меня прям... прям у самого начала уже долбанули. И пушка, и джедай, блин. Вы чё, прикалываетесь? Ладно, сейчас попробуем. Два, три. Ага, не то еще. Так, ладно, будем потихонечку пробовать. 17, да блин, вы прикалываетесь. Как он меня ударяет-то? Хрена не пойму. Ага, тут прохода нет опять. Так, собираем все аккуратненько. Так, тут цветок у нас. Окей, блин. Там вот это вот херовина. Явно я туда не хочу идти. О, жизни! Я чуть-чуть жизни нашел. Но единственный момент... А как мне... Алло. А, во, проход вот тут. Так, мне надо как-то вот этого хрена пройти. Ай, блин, ну и все равно он меня, представляете, все равно меня он, падла, зацепил. Блин, 13. А я дискету-то не взял? А, нет, взял. Есть, ребят, все, три уровня прошли. Так, ну чё, товарищ, на 400, чё мы можем? Блин, нам не хватает на новое оружие. Костюм, конечно, можем, напитки. А, сила. Блин, я даже не знаю, не тратить, наверное, пока. Чтобы оружие прикупить. Давайте попробуем, короче, босса сейчас. 23-й. Ай, блин! Неожиданно было, слушайте. Чё-то я не ожидал. С дуру прям сразу прыгнул вперед. Да блин, еще этому прям на меч. Да что ж такое-то? Да хрен, тут еще и босса-то нету. Опа, прям вот уже ждал, чтоб меня ударить. А я ему сказал, пошел-ка ты в задницу. Ай, ай, ай. А как он меня так убил? Какого хрена? Так, 500. Еще чуть-чуть, я, короче, оружие новое куплю. Продолжаем. И есть. У нас 23 уровень открылся. Хорошо. И уже локация другая. Уже сейчас проще должно быть. Хотя... тут, по-моему, в этой игре проще не бывает. Вообще, абсолютно. Тут какие-то уровни на изи. А какие-то... О! Есть! Ребята, я уже сразу намутил там, можно сказать, себе... Ай-яй-яй-яй-яй! Дискету.
Да хрен тут подымешься так. Есть. Есть дискетка у нас получена. Так, теперь куда мы бежим? Еще ниже, да? Да ты козел, что ли? Я к тебе даже не подошел еще. Нормально. Все, уходим нахрен отсюда. О, 600 мы уже намутили, ребят. Опа, и тут прохода нет у нас, как всегда. Давайте пока в левую сторону пойдем. Два. Ага, вот так вот. Раз, два, три. Успел. Да ладно, и он меня успел покоцать. Ну не тварина, а. Блин, тут надо еще тайминг подловить. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, есть. Ага. Ой, да как он меня достает-то своим рогом? Задолбал прям, честное слово. Не пойму ни хрена. Постоянно достает, хотя... Ай. Хотя я вроде от него далеко стою, но все равно умудряется меня достать. Два, три. Блин, 41. Что такое-то? О, дискетка. О, проходик. Есть. Просто замечательно все идет. Давай, крутись. А, ну, раз уж тут всех замочили, давайте тут подсоберем. Сейчас мы оружие себе, короче, новое купим. Ништячок. Вот это меня прям очень сильно радует, что мы оружие сможем купить. И тут прохода нету. Не успел. Ух ты, ни хрена себе, там два кабана этих бегают. Рили, я туда даже не пойду. Вот даже вот, вот ни капли не хочу туда идти. Там просто нереально будет, наверное, победить. Не, победить-то можно, но... жертвуя всеми абсолютно жизнями. Абсолютно не хочется это... Ай, вот ты тварь, блин! Да... Так, во. Стамина. Ну, давайте... Раз прокачались, немножечко себе урон подымем. Опять? Да ты тварь, сколько вас тут? Нахреначили-то? Этот кабанчик еще тут бегает. Ладно, с этим-то просто справляться. Что, нет прохода? Или странно. Так, тут растений прям захреначили много. Вот что они там охраняют, вдвоем бегают. Если а нет, слава богу, не дискету. Если бы они еще дискету там охраняли, я бы охренел. Так, а где кольцо-то? Кольцо внизу. Ой, я пошутил. Блин, ну тварь прям на него упал. Прям на него. Есть, отлично, ребята, мы покупаем новое оружие. Вот это, вот эту хрень за 600. Блин, следующий лазерный меч будет 700. О, ну топор такой светящийся. И чё, на босса идем?
Это босс? Так, подожди, я еще не понял, как тебя мочить-то. Ай, блин. Да что ты будешь делать-то? Не. Сейчас я сдохну. Блин. Ладно, еще разочек. Сейчас еще разочек попробуем. Может быть, получится замочить его. Погнали. Ага. Так. Ну, вроде вот такой тактикой можно. Так, но он, по-моему, начинает очень злиться. Все, ему остался один удар. Вот так вот. Вот так с такими говнюками мы справляемся. Есть. Ух. Так, победа над большим братом. И чё мы можем прикупить интересного за 400? Костюмчик у нас. Вот так. Костюмчик у нас силу прибавляет. А вот эта фигня... Ну, тоже сила. Так, ну ладно, у нас нету этого. Все, ребят, смотрите, мы каким чуваком теперь играем. На этом сегодня все, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком, напишите какой-нибудь комментарий. Это помогает каналу развиваться, немножечко больше просмотров набирать. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.